Еще в плане зарплат нужно платить сотрудникам столько, сколько они стоят для вас. То есть в том плане, что если вы понимаете, что у вас сотрудник, вы в него вкладываете там время, деньги, он развивается. Вот эти навыки, которые он развивает, их в принципе сложно померить, но можно подходить к такой точке зрения, что зарплата сотрудника – это инвестиция долгая, ваша инвестиция в сотрудника, чтобы он приносил вам потом больше денег. То есть он обучится и будет, собственно, там зарабатывать, либо выполнять какие-то проекты, либо станет звездой, крутым, там, не знаю, инженером, маркетологом и так далее. То есть сколько вот ему платить, важно это по рынку смотреть, но многие не соотносят вот эти вот ценности, условно, да, навыки, которые сотрудник развил, насколько он там прокачался, с тем уровнем зарплаты, который есть на рынке. Потому что всегда это сумма нюансов, и нужно постараться как-то это четко оценивать. Поэтому задумайтесь, насколько ценными стали навыки, которые сотрудник развил у вас в компании, и потом решайте вопрос по зарплате.